Был грохот, много пыли. У нас заложило уши. Дорогу к выходу заблокировал огромный пласт породы. Выйти было нельзя. Мы оказались в ловушке. Мы были намерены вытащить шахтеров живыми или мертвыми. Родственники верили, что они живы, а мы, по правде сказать, понятия не имели, насколько все серьезно. Установки бурили день и ночь в разных местах, как можно глубже, чтобы установить контакт с теми, кто остался внизу. Шансы на то, чтобы найти их живыми, были невелики, но спасательные бригады торопились искать любые признаки жизни. Инженер посмотрел под молот и нашел листок бумаги. Мы в порядке, находимся в убежище, нас 33.